Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, что же вас шокирует в скором времени. Какое событие, либо же какой человек вас шокирует. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, смотрим. Итак, какая сейчас ситуация? Ситуация у вас скорее проигрывается, либо же любовный треугольник, либо это просто расставание какое-то с вашим партнером, либо с партнершей, так как мои расклады могут смотреть и мужчины, и женщины. Вот скорее у вас сейчас вот новая страница в жизни. Либо же вы хотите начать, вот ваши отношения подходят к концу, или уже вы начали новую жизнь без своего партнера или партнерши. Сейчас очень плохо вам. Вы грустите, вы страдаете, вас приглашают в компании, но вы, если идете туда, то без особой охоты, либо же стараетесь как-то отказаться от этого. Вы все еще вспоминаете свою прежнюю женщину. Да, сейчас вам очень одиноко, вам хочется пары. Вам хочется, чтобы у вас наладилась личная жизнь и все хорошо у вас стало. Итак, давайте посмотрим, что же вас все-таки шокирует или кто вас шокирует. Сейчас вы, знаете, в таком состоянии, что особо шокировать вас и не получится. Вы уже, наверное, ко всему готовы. А знаете, вас шокируют перемены вашей судьбы. У вас появится женщина, да, посмотрите, появится новая любовь. Причем появится совершенно неожиданно. Она появится при каких-то таких обстоятельствах, которые действительно очень сильно удивят, либо же шокируют вас. Вот знакомство, либо же в такой обстановке какой-то экстраординарной произойдут. Вот что-то такое, я даже не знаю, каким словом назвать. Какая-то может быть ситуация, причем это может быть, знаете, вплоть до того, что там где-то будет какая-то авария, да, вы будете свидетелем аварии, будете кому-то помогать и так познакомитесь. Но это я к примеру сказала, не дай бог, конечно. Ну вот что-то такое случится, это не просто там в кафе, на улице, в автобусе. А вот что-то такое, связанное с разрушением, с травмой какой-то. Может быть, вы будете помогать кому-то, да, там, врача вызывать, там, я не знаю, кому-то плохо станет. Ну, вот какая-то такая странная ситуация, которая действительно вас шокирует, потому что вы, в общем-то, в этой ситуации вы как раз не про знакомство будете думать совершенно, а может быть, или как помочь человеку, как спасти там человека или еще что-то. Ну, то есть, это совсем не какие-то вечеринки, пьянки, не место для знакомства, так скажем. Так. Знаете, эта женщина, она может быть даже на период вашего знакомства еще не совсем свободна. Либо же у нее есть отношения или же муж, но которые уже изживают себя эти отношения, уже все близится к концу, что вам придется немного побороться даже за эту женщину. Мужчины, конечно, не очень любят это слово «бороться за женщину», но иногда это приходится. Если по-настоящему влюбляешься, чтобы не потерять женщину, некоторые мужчины борются за нее. Так, да, однозначно, вам придется ее отвоевывать. И в итоге вы будете вместе с этой женщиной, она тоже натерпелась в своей жизни. Это женщина, которая вот вернет вас к жизни. Вот сейчас вы находитесь в таком периоде, когда никто и ничто вам не нужен. А вот с ней вернется в вашу жизнь счастье, радость. Вы будете готовы. Посмотрите, вот весь мир к ее ногам просто. Вот она вернет вас, вдохнет вот жизнь просто в вас, в вашу душу. Просто вот глаза будут сиять от счастья. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока!